Тиса. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Кто меня знает, поднимите, пожалуйста, руку. О, ужас. Я не ожидал, что так много. Я пошел по другому пути и решил совершенно противоречить тому, что диктовала мне жизнь. Я никогда не ленился, не боялся никакой работы, и до сегодняшнего дня ее не боюсь. Абсолютно никакой работы. 14 лет практически я уже в сфере недвижимости сегодня. Являюсь застройщиком, инвестором, основателем компании Defiz Group, клуба инвестиционного Defiz Club и Real Estate School. Значит, не хочу говорить о регалиях и не буду много говорить о том, что мы делаем сегодня, потому что как раз тайная история всегда содержит в себе гораздо больше эффективность, чем ты громко, когда кричишь о чем-то. Поэтому я не буду об этом говорить, как множество сразу же транслируют какие-то проекты. 17 лет в браке, мне 35, если у кого-то хорошо с математикой, ровно в 18 лет я женился, встречался 4 месяца, когда мне было 17, и ждали мы на 4 месяц, когда мне стукнет 18, чтобы жениться. Вот такая история. Но хочу вам сказать следующее. Я самый счастливый папа и семьянин на земле. Точно вам скажу. И я настолько уважаю свою жену, что даже, вот знаете, кто-то любит пафосную историю, когда ты какой-то директор, руководитель, и с тобой кто-то в подчинении ходит, или там ассистент, и это обязательно должна быть девушка с красными каблуками, и все красиво должно смотреться. Я абсолютно не придерживаю эти стандарты, у меня есть крутой помощник, и в основном меня окружают парни, настолько я уважаю свою жену. Вот такая история. Но это коротко, так знаете, отступление. В общем, потихоньку увлекаясь тем, что просто сделали для себя ремонтик в хрущевочке, убитой и несчастной за $3,500, как сейчас помню, мы ее покупали, первую квартиру. Я перешел уже, вот мы построили первый дом, Таня моя говорит, слушай, ну классный дом, мы мечтали, давай его оставим, и все будет хорошо. В итоге мы оставляем этот дом, и через месяц я подхожу к ней, говорю, слушай, Таня, а давай его попробуем продать. Она говорит, ты что, вообще издеваешься? Мы столько собирали деньги, ты работал, ты трудился, и сейчас ты решил продавать. В общем, весь мир ополчился против меня и был против того, чтобы я продавал этот дом. Но я решился, мы через месяц выставили на продажу, я заработал на нем чистыми $37,000. Недвижимость абсолютно, это была, ну, абсолютно не моя история. Я сантехникой занимался, мне казалось, что если я буду хорошо ложить канализацию, это мое будущее. Вот на тот момент. Очень мощные проекты нас ждут. Это и в Кривом Роге у нас, и в Киеве точно так же у нас еще есть парочку проектов, которые мы возводим. У нас крутейший коттеджный городок проектируется, сейчас строится прямо под Киевом. Лучше не найти точно. Это я вам так скажу вперед, знаете. Как правильно инвестировать, чтобы недвижимость была рентабельна? Как зарабатывать от 15% годовых? Краткосрочно — это когда ты купил и через 3-12 месяцев продал. Скорость – самый главный элемент. Будь вы начинаете делать какой-то ремонт, если вы запустили для себя какую-то квартиру, будь вы запускаете под перепродажу, думайте временем. Время – самый большой ускоритель в инвестициях. Потому что каждый день в ремонте, каждый день в строе. Есть два формата прибыльного инвестирования. Это самостоятельный, когда есть глубокий анализ, когда есть понятная покупка, когда есть понятный ремонт, когда есть команда, маркетинг, сервис, управление и так далее, и так далее. Этот формат понятен. Но он стоит много времени. Прежде чем говорить за деньги, конечно же, если мы говорим за самостоятельный формат, он обычно дешевле, но времени в нем уходит гораздо больше. Есть второй формат, это когда есть управляющая компания инвестиционная, которая заинтересована в глубоком аудите, в анализе, в подборе, в покупке, в маркетинге, в продаже, в аренде. Вообще ни за что не думаешь. Вообще не думаешь. Какую покупать квартиру? Да по барабану, купите просто какую-то квартиру. Как ее потом продать? По барабану, продайте эту квартиру. Вот такая история. То есть хочется сделать так, чтобы кто-то взял за тебя все, ты занимаешься своими делами и отдыхаешь где-то на пляже в Одессе. Да? Но, к сожалению, управляющих таких компаний просто не существует. Первым этапом у начинающего предпринимателя по недвижимости должны быть анализы и тестирование. Самая главная вещь, которую я вывел вообще вот из 13-летнего опыта, это то, когда вы начинаете глубоко анализировать и тестировать. Тот, кто этим занимается, тот будет иметь самые сочные сливки. Всегда. Увы, как бы ни хотелось, но так будет происходить. Анализ рынка, конкурентов, клиентов, партнеров. 90% людей, так же, как и я,
13 лет назад мог сказать: слушайте, где мне взять деньги? У меня 9 классов образования, я работаю прорабом на сантехнической компании. Где взять деньги? Но когда твоему мозгу приходит хорошая идея, хорошая бизнес-идея, хорошая, правильная, не просто банальная, которую мы суем в свою голову банальными идеями, запихиваем, и это ничего не дает. Мозг спит. Он ничего не делает, он просто спит, потому что идеи глупые, несчастные и не имеют никакого резона. Но если идея стоящая, если стоящий проект, если в нем действительно есть крутая бизнес-модель, мозг активируется очень быстро, поверьте мне, вы шевелитесь с невероятной скоростью, и находятся деньги. Вы кеды последние можете продать, но вы точно найдете деньги. Вот такая история про инвестиции. Нужна бизнес-модель в начале пути. Перед тем, как вы что-то делаете, вы уже должны протестировать, проанализировать, тогда будет инвестиция действительно грамотная. И понимание своей целевой аудитории. Это вообще самое главное. Мало людей, кто вникает в целевую аудиторию, изучает ее. И по этой причине происходит следующее, что будто бы для всех все, но в итоге ничего. Для кого будет квартира куплена? Для айтишников. Самое стандартное выражение, вот сейчас, которое у меня встречается. Кому вы будете? Мы для айтишников. Для кого вы строите? Для айтишников. 154 тысячи программистов, айтишников на всю Украину. Кому вы строите? Вы думаете, они все скопились в одном месте, и каждый айтишник зарабатывает по миллиону долларов в месяц? Не обманывайте себя. То есть их немного, поэтому такую целевую аудиторию надо, чтобы поймать, кто там сдают по 3000 долларов квартиры где-то там в Киеве. Ну и это убыточная история. Это не работает, вообще не работает. Недвижимость. Есть жилая и есть коммерческая недвижимость. На самом деле инвест-направлений в недвижимости огромное количество. Это целая сетка, это целая паутина. И жилая, и коммерческая, и автонедвижимость, и курортная недвижимость, и так далее, и так далее. И под каждую недвижимость есть своя бизнес-модель, есть своя стратегия, есть своя целевая аудитория. Предприниматели, инвесторы, риэлторы. Да, здесь же нету, мы тут не продаем юпи какой-то, знаете, там тамагочи. Здесь же не пришла та аудитория, которая хочет посмотреть, как мы играем тамагочи там, или йо-йо, или что там, знаете, вот эти в детстве игрушечки. То есть люди пришли целенаправленно. Вот точно так же и здесь. Если вы будете держаться на чем-то одном фокус, держите на этом фокус. И главное понимать, что если вы берете за что-то одно, доводите его до совершенства. Понимайте в нем, разбирайтесь. Если вы пошли в загородную недвижимость, ну становитесь там экспертом. А вы говорите: я эксперт, я знаю, как продавать, мне не суйте лишнюю работу, в этом я вам покажу результат. Дайте мне один месяц и увидите, какой у меня будет результат. И в такие слова предприниматель поверит. Инвестиции в недвижимость с хорошей доходностью – это статистика, аналитика и тестирование. И самое главное – это цифры. Но цифры говорят то, что уже было. Как ни странно, цифры были вчера. Вот как бы мы ни хотели, мы проинвестировали или что-то сделали с какими-то деньгами своими, цифры уже прошли. Или мы протестировали, или проанализировали, цифры прошли. Либо ты быстро действуешь, решаешься на основании цифр, либо цифры не имеют никакого значения. Интуиция плохо работает. Прошлополугодние цифры не актуальны. Не год назад, а прошлополугодние цифры. То есть если вы работаете с цифрами, постарайтесь думать в разрезе полгода. Как было полгода назад, а если сократить дистанцию, будет еще лучше. Если говорить про то, как работать дальше будет мир, точно будет работать так, как думают айтишники. Очень оцифровано, очень продумано, очень системно и быстро. Там долго они не колеблятся. И пока кто-то думает над внешней упаковкой, красивый Инстаграм, красивые фотки, красивые квартиры, красивого домика, там красиво, все симпатично, IT-предприниматели думают над внутренней упаковкой. Это LTV, MVP, ROI, ROMI, средний чек, цикл сделки, целевая аудитория и так далее, и так далее. Окупаемость. Вот они сразу говорят с тобой конкретными показателями. Когда вы сядете перед инвестором и будете держать конкретные, понятные показатели, вы будете общаться на их языке, и, поверьте мне, становится сразу же понятно, с кем стоит работать. Если же вы будете говорить: посмотрите мои фотографии в Инстаграме, я сфоткался на пляже Немо, или что там, я пляж вчера был, короче. Не работает это, вообще не работает, друзья. То есть открытость, простота, но в то же время глубокий анализ цифр. Это приводит к результату. Проведя анализ, вы увидите, украинцы тратят на отдых в год 7,5 миллиардов долларов. Каждый год, и эта цифра увеличивается. Огромные суммы тратятся на отдых. Херсонскую область за 2020 год посетило более 3 миллионов человек. Абсолютный рекорд. Такого никогда не было.
Это абсолютный рекорд. И вот эти данные позволяют понимать, стоит ли там смотреть на землю, стоит ли там смотреть на какие-то участки, стоит ли там смотреть на недвижимость и так далее. Вот глубокий анализ, он позволяет принимать вернее решение. Как только вы придете в экономическое положение, где у вас будет легко лежать по 5000 долларов в день в кармане, образно, то поверьте мне, зарабатывать будет сложнее. Пока сейчас есть эта возможность, это нужно уметь пользоваться. Никто не инвестирует в премиальную недвижимость. Ни один. Притом инвестирует кто-то по несколько миллионов долларов в полгода. И никто не инвестирует. В премиальной недвижимости круто, если вы заработаете 3%. Это прям фантастика будет. Поток внутреннего туризма увеличивается. Это войдет в привычку. Как бы кто любит, не любит Зеленского, но я считаю, что для нас туристический вот поток между городами, он сыграет в огромную роль. И для инвестиций, и для роста недвижимости, и вообще к недвижимости отношения, и пользование недвижимостью, это сыграет в большой плюс. И люди привыкнут к этому. Потому что, когда будут хорошие дороги везде, ну точно запросто сел или проехался, или пролетелся на самолете за каких-то 700 гривен, и ты оказался где хочешь, это очень доступно и понятно. Как рассчитывают инвестиции на рынке эксперты с 15-летним опытом? Друзья, много мы проводим тестов. Может быть, на ком-то из вас даже проводили. Но не в обиду. Ну, такой кошмар. Такой кошмар. Если вы хотите быть риэлторами крутыми, становитесь мыслить как предприниматели. Первое. Займите позицию. Я уверен, что руководителю, такому как Ане, точно будет классно, когда будет рядом с ней предприниматель, предприимчивый человек, думающий цифрами, аналитикой. Не просто красивая фотка, а думающий цифрами. И вот я столько провели мы тестов, и это просто катастрофа. Не обесценивайте себя. Ваша жизнь, она имеет стоимость. Научитесь считать, сколько вы стоите в час своего времени. Это позволит вам точно, грамотно думать о том. Считайте свою жизнь. Это самое главное. И потом анализ и тест. Анализ и тест никогда не бывает бесплатным. Берешь нож, картошку и чистишь. Понятно? Он говорит, да, понятно, что ж тут непонятно. Но смотрите теперь, если поменять вопрос. Как зарабатывать на недвижимости? Покупаешь квартиру, делаешь ремонт и сдаешь. Понятно? Понятно. Расчет грубый, но корректный. Все понятно. Теперь дальше. Если тебя спросят, как начистить 2 ведра картошки за 1 час одному, смотрите, как меняется вопрос. Формулировка ответа будет другая, и результат будет другой. Сразу поставь вокруг себя 2,5 ведра картошки, желательно слева, так как ты правша. В левой руке будешь держать картошку, слева быстрее дотянуться, значит сократишь время. Дальше напротив поставь пустые ведра, куда ты будешь складывать эту очищенную картошку. Теперь выбери среднего размера нож и проверь, чтобы он был наточен. Посмотри, чтобы картошка была не мелкой, а в среднем 7 сантиметров. Сходи в туалет, чтобы потом не вставать. Скажите, с такой инструкцией лучше принимать решение? Вот если вы предприниматель, у вас есть кто-то в команде, расписывайте инструкции. Когда в туалет даже человек сходит, у него нет шансов ошибиться. Понимаете? Точно так же в инвестициях в недвижимости. Креативность, наверное, самая главная сегодня вещь для предпринимателя, для инвестора. Самое важное. Если нет креативности, если ты зажатый, вот такой весь там, тебе все тяжело, тебе на аудиторию смотреть тяжело, все, от всех тошнит, и все, ты весь вот такой. Креативность – самая главная вещь. Поэтому я считаю, что вот кто-то говорит, читайте больше книг, вычитывайте все книги. Круто. Но мой опыт показывает, я много слушаю музыки, я много играю на гитаре, у меня есть масса своих песен, я развиваюсь всегда креативно с самого детства. И я считаю, что именно креативность позволяет быть открытым, честным, иметь системность, иметь цифры, и в твоих глазах тогда становится понятно, с кем стоит работать. Я вам просто говорю из опыта. Поэтому книги наравне с креативностью у предпринимателя и у инвестора должны быть на одном уровне сегодня. Если 20 лет назад говорили, что креативный парень или креативная девушка, которая там что-то играет на гитаре, это ну, вообще баян, там ни о чем, не понять с ним о чем общаться, то сегодня креативных ребят выискивают и за них платят много денег, потому что они бесценны. Креативность очень важна, это тоже навык определенный. Я общаюсь со многими предпринимателями, инвесторами, провожу много интервью в Ютубе. И
Скажу вам так, что многие абсолютно хотят, вот, Денис, нам там нужны инвестиции, мы там строим там то-то, то-то и то-то. Ну, не обязательно эти фотографии, а то подумать, что вот эти люди плохие. Нет. Значит, но есть ребята, которые вообще не готовы к инвестициям. У них там запустилось производство того, они там реализовывают такую недвижимость, они там запустили склады. А когда ты задаешь им, что такое MVP, цикл сделки, средний чек, и пошло-пошло, они вообще на Луне. Где-то на Луне. Они не понимают, зачем, а что это значит. Есть два вида окружений и два подхода инвестиций в недвижимость. Первое окружение – это которое вы бесконечно подталкиваете. И там, где инвест-стратегии кажутся перспективными. Ну что, согласен? Да, да. Посоветовали, и так вот принимается решение. Есть второе окружение. Это когда выводит тебя оно на новый уровень. Тебе нужно просто за него удержаться. Показывает тебе инвест-стратегии, которые действительно имеют прибыль. И чаще всего это люди, рискующие деньгами. Ищите людей, которые рискуют своими деньгами. Будете всегда с ними в безопасности. Больше вот этого опыта объединяется, тогда будет более безопасно ваши деньги, ваши инвестиции. Мы сформировали клуб инвесторов, который позволил нам это сделать. Мы поняли, что у нас есть команда, объединились еще с группой предпринимателей, объединились, сделали большую команду аналитиков, аудита. И сегодня мы как раз и развиваем инвестиционное направление еще, чтобы было не только, знаете, как возможность у меня правильно там какие-то реализовать проекты, но и у предпринимателей, знакомых, незнакомых, через время знакомых, тоже была возможность находить закрытые сделки, инвестпроекты, просчитывать, иметь метрики, иметь показатели и принимать верные решения. И поэтому у нашего клуба доступ сегодня чуть получше. За первые 4 месяца, видите, вот мы 300 клуб наш там инвестировал в недвижимость. Ну, пока не только ребята набирают обороты, но в целом вот они инвестируют. Это предприниматели, которые что-то там обвалилось, что-то разрушилось, они вытягивают с другого бизнеса и пытаются перекладывать. Средний срок инвестиций 3-7 месяцев и средняя прибыль где-то 20% получается. Я буквально недавно встречался с предпринимателем, где-то на Ютубе даже вышел ролик. У него 8000 метров квадратных своей недвижимости, и вся она убыточна. Все 8000 квадратных. Склады, магазины, жилая недвижимость, там квартирки. В общем, он там накуплял в 2000-х годах себе по чуть-чуть, кредитов набрался, там выплачивал. В итоге пришел к тому, что 8000 квадратных сегодня убыточной недвижимости. Вот это беда. Почему? И что сегодня ему сделать? Сегодня нужно только поменять подход, а ему 50 плюс лет. В 50 лет принимать рискованные решения гораздо сложнее. Поэтому кому чуть меньше 50 сегодня? Есть? Дерзко принимайте решения. Импульсивно, очень энергично, очень дерзко наступайте на результаты. Не щадите себя, вообще будьте беспощадны к себе. Вот, в принципе, все, друзья. Дорогие друзья, аплодисменты. Денис Фетисов. Есть несколько вопросов из зала. Денис, хочу выразить огромную благодарность, во-первых, за вашу школу, за вашу доходную недвижимость, и где очень понятно, четко, все по полочкам. И вы делаете бесценный вклад, я считаю, в развитие грамотности, инвесторской грамотности. То есть это не просто школа для риэлторов, а это школа для всех, по сути, сейчас. Вы знаете, вот вам хотелось бы сказать, судя по взглядам мужским, у вас уже поклонников много в этом зале. Спасибо большое. И вот Realty Summit от организаторов. Благодарность. Фетисов Денис, спасибо огромное. Это вам. Аплодисменты Денису!